Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и гости канала «Заметки нумизмата». С вами Алексей Шлыков, автор нумизматического проекта «Пол Полушкин». И в этом выпуске мы продолжаем знакомиться с европейскими монетами, чья история неразрывно связана с историей России. На этот раз речь пойдет о талере княжества Йевер, чье российское гражданство было довольно недолгим, но все же оставило о себе памятник в виде монеты. Йевер достался по наследству Екатерине Великой от упокоившегося брата Фридриха Августа, и наша императрица сделала регентом-правителем вдову усопшего, внеся некоторые коррективы в свод йеверских законов, призванных послужить в пользу Российской империи. Павел I, вступив на трон, повелел чеканить йеверские талеры и полуталеры с державным имперским российским орлом, а номиналы более мелкие с гербом Йевера, что и было сделано в 1798 году. «Под сенью твоих крыльев» — именно такой девиз вписан в легенде Аверса, призванный показать вассальный статус княжества. На реверсе же в легенде полное родовое имя Екатерины II — Федерика Августа София, принцесса Ангальской династии. Все отчеканенные монеты датируются только одним этим 1798 годом. Ввиду крайней редкости, они не часто представлены на аукционах, имеют большой спрос как среди коллекционеров талеров, так и среди собирателей российских монет. Ввиду всего этого, на них всегда весьма высокий спрос и ценник. Йевер недолго пробыл вассалом Российской империи. Наполеонские войны, а затем политика Александра I вернула это княжество в руки германских правителей. Но, смотря на эту монету, беря ее в руки, мы прикасаемся к истории 18 столетия и переносимся в то время, когда маленькое германское княжество было частичкой большой России. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хороших монет в коллекцию. Приятного просмотра.